Щелковский театрально-концертный центр порадовал зрителей программой «Весеннее признание». Все номера концерта были объединены тематикой, посвященной празднованию 8 марта. Открыл представление Щелковский эстрадно-духовой оркестр. На сцену выходили известные жителям Щелково артисты с полюбившимися зрителям песнями. Как на злом Денисово, я право не шучу, настоящую любовь я найти хочу. Говоря, что рай сплошной, жить вдвоем живой. Такие концерты, в которых участвуют все самые известные в нашем городском округе певцы и артисты, пользуются особой популярностью у щелковцев. Зрители благодарны за возможность рядом с домом окунуться в атмосферу праздника. Обязательным участником таких концертов традиционно выступает ансамбль русской песни «Распевы». На концерте звучали песни, которые хорошо известны слушателям. Зал встречал их овации. Слушатели на ура принимали знаменитые партии из всемирно известных музыкальных произведений. На таких концертах певцы исполняют самые любимые слушателями произведения. Они вкладывают в них душу и сердце. Концерт «Весеннее признание» получился душевным и очень волнующим. Щелковский театрально-концертный центр преподнес своим зрителям запоминающийся музыкальный подарок. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.